Кузбасские корреспонденты и редакторы не только пишут, но и занимаются спортом ночью на стадионе «Сибиряк». Встретились команда Союза журналистов Кузбасса и сборная ветеранов. Уникальность матча в том, что первый тайм играется в прошлом, а второй уже в новом году по старому стилю. Среди участников легендарный Виталий Раздаев, лучший бомбардир первой лиги СССР. Ну, конечно, мои коллеги. Турнир проводится 30 лет.